В день отдания праздника Успения Пресвятой Богородицы митрополит Ташкентский Узбекистанский Викентий совершил божественную литургию в пределе святого великомученика и целителя Пантелеймона, Свято-Успенского кафедрального собора Ташкента. А в воскресной школе при храме в эти дни начался новый учебный год, на который учащихся напутствовал архипастырь. За богослужением после величания Пресвятой Богородицы митрополит Викентий обратил внимание собравшихся на то, что хотя в этот день и чествуется отдание праздника Успения, однако прихожане собора, который является главным храмом Ташкента, будут помнить об этом празднике на протяжении всего года. Наш храм, наш престольный праздник – это престольный праздник всего нашего города, всех людей, живущих в этом городе, и исповедующий нашу православную веру. Конечно, она печется и о всех, которые другие веры имеют, и помогают им. И мы знаем, что многие приходят сюда, в этот храм, и мусульмане, и другие веры, и она помогает им, исцеляет, очищает, утешает. На следующий день, когда почиталась память святителя Петра, митрополита Московского и всея России чудотворца, митрополит Викентий также совершил божественную литургию в Успенском храме. После богослужения в конференц-зале епархиального духовно-административного центра был совершен молебен на начало нового учебного года в воскресной школе при соборе. В этот радостный праздничный день на молебен собрались десятки мальчиков и девочек, юношей и девушек, взрослых мужчин и женщин, которые стремятся получить больше знаний о Боге, православной вере, богослужениях и духовной жизни. Мы рады, что есть такие родители, которые хотят давать своим детям духовное образование, чтобы они могли знать свою веру и исполнять ее в течение всей своей жизни. Я всех наших учащихся поздравляю с началом учебного года. И сегодня мы помолились за вас, чтобы Господь благословил ваш учебный год, вас и помогал в освоении учебной программы.